Добрый день, представляю вам теплицу арочную цинк производства. Поликарбонат вырезан просто. Зарезали отверстие и все. Нужно делать нахлёст, чтобы не было щели. Также идет. Уже начали ржаветь. Петли покрасили неизвестно с чем. Видать, баллончик поставили. Также, кто говорит, что цинк не окисляется, вот окисление уже пошло. Теплица всего лишь один сезон. Крючки какие-то непонятные. Всего лишь. Вот окисление. На швах вообще уже ржавчина пошла. Также идет просто первая лента, либо герметизирующая лента, непонятно какая лента, без профилей. Со временем клеится, пойдет. Также идет прогон, если вы видите, не вровень с аркой, то есть поликарбонат будет прогибаться. Вот под снегом должны быть вровень. Видите? Уже на ней провары только с одной стороны, не по кругу. Также обращайте на это внимание. Тогда сейчас пробовать не будем.